Равновесие потеряли. Да, да, да. Я понял. Димитро. Что говорят-то? Ну еще Валера где Валера? Да. Я готов. Шлемочки, перчатки, оденем на день подъема. Очки, конечно, обязательно. Затем, по моей команде, я прошу беседка Лена. По моей команде у нас очки мы падаем сколько? Весь 20 км мы летим. А парашют раскрылся с какой скоростью мы падаем? Километр. Километров я не знаю. Там совсем мало. 6-8 метров в секунду, это очень мало. Привет. Страшно? Наконец-то пришел этот день. Мы не будем уже снижаться. В моей команде встаем, подходим к двери самолета. Двери самолета, руки убираешь вот сюда. Держишь вот так, большим пальцем. Вообще не полностью за пальцем, за полностью держишься. В моей команде повисает полностью вместе, что мне. Ноги вместе, убираешь вот так назад. Ноги назад. Ноги назад, именно вместе между моих ног. Раз вперед, при этом плечи прижимаешь ко мне, чтобы создать такой трагедий. Можно даже пальцы не снять. Напрягаться надо, но повесить не снять. В таком положении это упрыгивание. Да. Выпрыгнули, а потом расслабились. Похлопал, руки раскинули, расслабились. Все. Дальше никакого напряжения, просто падаем, получаем удовольствие.